Приветствую вас, аноним. Я думаю, что вам в том или ином смысле не хватает своей мамы. В том или ином смысле у вас остались к ней какие-то невысказанные, невыраженные чувства, невыраженные эмоции, невыраженные переживания. Вот. Это может быть как агрессия, это может быть как чувство вины, это может быть как любовь, это может быть потребность вот в ней самой, это может быть невысказанность по каким-то моментам, которые были, ну, между вами. Может быть, влияет то, что вы одна живете и скучаете, тоскуете по, ну, просто по родным людям, вот. И корите себя за это, не позволяйте себе данную историю чувствовать, да, не позволяйте себе данную историю ощущать, вот вследствие этого возникают сложности, возникают проблемы. То есть, это вот такие предположения, как правильно сказала коллега Мариана, на основании той информации, которую вы предложили, можно только предполагать. Вот, поэтому, если вы хотите разобраться со своей ситуацией более подробно, вот, то, наверное, вам стоит как минимум дополнить вопрос и несколько лучше раскрыть, к примеру, то, что чувствуете вы, то есть в какой эмоциональной, психологической обстановке вы сейчас находитесь. Описать отношения с мамой своей и постараться понять, в каком контексте происходит то, что вы чувствуете. Очень важно определить, с какого момента начали вам сниться эти сны. То есть это не один сон, да, это вот то, что вы регулярно видите, то, что вам регулярно снится. Поэтому тут тоже нужно раскрыть этот момент. То есть это не просто так. Вот такая вот история. Вероятно, можно проанализировать сами сны, то есть как-то вот пройти к вопросу их дешифровки, вот, то есть более подробно увидеть, что пытается донести ваш сон до вас, то есть существуют разные способы дешифровки, вот, сновидений. Мне, например, мне более близка символический подход Юнга, например. Вот так, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.